Начнем с аварийной сводки. Накануне утром на Маркса с троллейбусом столкнулся Nissan. Водителем иномарки оказалась женщина 37 лет. Мурана двигался со стороны Блюхера в сторону Римского-Корсакова, но, поворачивая на Титова, выехал на встречку, где и произошло столкновение. Женщина была доставлена в больницу, а из пассажиров и персонала троллейбуса никто не пострадал. На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают причину аварии. А вот в Кировском районе внедорожник сбил пешехода-нарушителя. За рулем BMW X5 находился 38-летний водитель. В 6 утра на улице Сибиряков-Гвардейцев он совершил наезд на мужчину 54 лет, который переходил дорогу буквально в метре от зебры. Состояние пострадавшего пока неизвестно. Сейчас он находится в больнице.